В храм похвалы Пресвятой Богородицы города Волгограда прибыла икона Пречистой, именуемая Игуменья Афона, или иначе Экономисса. Этот список с образа, написанного в IX веке, который хранится в Афонском монастыре. Возможность помолиться перед святыней уже была у прихожан храма в мае этого года. И сегодня волгоградцы могут приложиться к этому образу вновь. Эта икона написана афонскими монахами и была представлена во всех церквях Святой Горы, где пред ней совершались молебны. Как говорят священники, образ этот намоленный. Приложиться к нему спешат прихожане из разных храмов. Перед иконой Божьей Матери Игуменья Афона, или как ее еще называют, Экономисса, то есть домоустроительница, молятся в материальной нужде, при финансовых затруднениях, а также обращаются с просьбами к Царице Небесной о сохранении семейного очага. По молитвам Пресвятой Богородицы у меня действительно стала улучшаться ситуация экономическая в семье. Мне удалось начать делать ремонт, но, к сожалению, он приостановился, потому что я остановила свои молитвы. И вот сегодня, приехав к Пресвятой Богородице, я понимаю, что насколько постоянно и тепло течет наша молитва к Пресвятой Богородице, настолько постоянно идет помощь от Царицы Небесной. Мы обращаемся к ней своими просьбами не только в финансовых вопросах, как это у нас иногда представляется, но, соответственно, во всем, что касается нашего обустройства семейного быта. И не только семейного, но вообще нашей личной жизни. Что, где нас, так или нас, жизнь сталкивается с какими-то вот нашими заботами, хлопотами, может быть, какими-то горестями. Но так или иначе мы обращаемся вот к Божьей Матери, как к заступнице своей усердницы в разных личных бедах и скорбях, вот как иногда в акафисте у нас это поется. Побывать в монастырях на Святой Горе Афон может далеко не каждый. Поэтому у волгоградцев в эти дни есть уникальная возможность приложиться к привезенной с этой земли святыне. Икона будет пребывать в храме до 14 ноября. Ежедневно в 10 и 18 часов пред ней будут служиться молебны.